Весь мир — театр, и мы — актеры, и артисты в нем. Меня зовут Исам Мустафаев, я окончил Щукинское театральное училище, курс Владимира Сажина. Меня приглашают на роли героев-романтиков, поэтов, писателей, на роли героев, которые ищут любовь. Я бы очень хотел сыграть роль Иисуса Христа в драме или сериале. Также вполне возможно, я подошел бы на роль обаятельного Дон Жуана или невероятно опасного психопата. Возможно, вы видите меня в других ролях. С удовольствием попробую.